Итак, всем здорово опять, дорогие друзья, с вами Герман, и мы продолжаем рубить Warface. Итак, все-таки ту, короче, миссию мы затащили вдвоем с Хачубан парнем. Я сейчас с ним добавился, и мы играем миссию на уровне сложно, охранять танк надо будет. Короче, вообще, тру какая-то миссия, я не знаю, я навряд ли ее вытащу, я тут сдохну раз 40, но будем пытаться. Ух ты, с одного выстрела мне сняли пол брони. Короче, будем пробовать, будем пытаться. Я ничего не обещаю. А так вообще этот парень нормально, добавился с ним в друзья, вообще рубит нормально. Вдвоем с ним убили и робота, и вообще как бы четко мы с ним. Вау, ну вообще я этих... Либо я такой лох, либо я не могу пробить их. Я не пойму. Я буду сзади идти, короче, как лох. Не знаю, что у меня не получается их пробить. Попал в него, не попал, не пойму вообще ничего. Граната туда, туда, прям в гушу, в самое пекло. Не, пробить можно, просто я, наверное, не попадал в голову. Так, здесь самый прикол тоже, тут надо убить в голову. 3-16, ну это вообще за карта, 30 точнее. Гранатометчик, так, его надо снять. Есть, я его снял. И дальше потихонечку. Ух ты, ё-моё. Меня завалили. И этого парня тоже завалили, я не знаю. Есть, я его снял. Я, оказывается, не такой безнадежный. Хотя я снял его, походу, чисто случайно. Опять мы с этим парнем вдвоем остались. Но меня, скорее всего, завалят. Я буду идти за ним, потому что он действительно умеет играть. И с ним как бы не страшно. Мы ту карту с ним также проходили. Как бы с ним шли потихоньку. Он мне там что-то подсказывал, писал. И мы также прошли. Так. Стопой, здесь надо пистолет. В ближнем бою только пистолет рулит. Больше ничего. Так, контрольная точка здесь. Берем снайперку. И будем тащить. В пору своей могущественности. Вот эти дурачки мне вообще не нравятся. Я не понимаю, как с ними сражаться, эти щитовики. Подайте руку, парень, он валяется. Давай, вставай, братуха. О, вылез. Так, надо вот тут проверять все вот эти закутки. Они тут сидеть могут, уроды, сзади выйти и начнут разносить. Офигеть, сколько их выбежало. Есть, я их затащил. Но я почти погиб. Я почти погиб. Куда-то как-то они все ринулись, так интересно. Как-то они их пробежали, а на меня весь удар повесили. Подставили меня, короче, по полной программе эти парни. Я ни одного не убил. Офигеть. Ну ладно. Мы остались втроем, я так понимаю, да? Я еще ни разу не сдох, но жизнь моя на исходе. Если дойдем до контрольной точки, то возможно все будет. Такс. Блин, надо не высовываться, потому что там робот, насколько я помню, там робот. Ой, блин, с большой высоты прыгнул. Перезарядим снайперку на всякий случай. СВДшку мою. Вот, джиггернаут. Ненавижу этого дурака. Пошел выпаливать. О, бежит ара. Еще оттуда в меня кто-то стреляет. Офигеть. Ну я, короче, сейчас откинусь по-любому. Все. Я, наверное, неправильно выбрал позицию. Купить смогу, купить недостаточно денег. Кредит это, наверное, реальные деньги. Насрать. Все-таки опять мы с ним вдвоем,
Идем, с нами такие парни были, видели, а мы с ним опять вдвоем, с этим типом. Блин, напишу. Но мы с ним ту миссию затащили, но Джаггернаут это такая параша, если честно. Нет, навряд ли мы его затащим. Тем более на уровне сложном. Его надо в спину, короче, гасить постоянно. В этот рюкзак его дурацкий. А это достаточно трудно. Хотя, может, он знает какую-то фишку, какую-то прикол. Я не знаю, баг. Видите, он его как-то интересно так хопа. Не, ну это он вообще прям, я не знаю. Если по стока снимать, это он будет очень долго его снимать. О, нет, мы походу не втащим эту миссию. Ну давайте понаблюдаем, в принципе, как он будет рубить. Он играет хорошо, но он уже использовал, кстати, несколько воскрешалок. Жалко, что он перезаряжается долго. Точнее, не долго, а быстро и редко. О, давай, 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 давай. Отлично, он ему снял. Лишь бы... Что там у него с хп-хой? Нормально. Нормально. Он ему снял отлично, прям так. Если он его завалит, то мы, в принципе, затащим. Но самому его, конечно, сделать трудно. Кого он стреляет? В бутылки. Видели, вот он в него попал, у него жизни не отбавились. Он какой-то аптека у него есть. Мне кажется, он немножко донатит, этот парень. А может нет, может я ошибаюсь. Он как-то считает, считает. Давай, 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 давай. Неплохо, вообще неплохо снял. Классно играет, да? Вот он. Вот он умеет играть. Вот этот парень реально умеет играть. По нему видно. Быстро как-то он все делает. Раз, 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 раз. Все, чик-чик. Молодец. И тех он тогда тоже всех загасил. Ну, неплохо. Ну, я думаю, мы с ним вдвоем затащим. Попробуем. Сам бы я, конечно, ни за что не затащил. Давай, 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 давай. Есть! Офигеть! Красавчик, он просто красавчик, отвечаю. Он реально красавец. Ого, ого, как он так сделал? И мне надо куда-то спрятаться, а куда, я не знаю. Он уже в здании, вот как он так быстро все делает? Он уже там всех зачищает. Офигеть. Он уже тут почти всех почистил. Ну, блин, парень реально могёт. У меня только пистолет, и пистолета можно только в голову. Нет, 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 нет. Есть, я его все-таки, может, чуть-чуть. Чуть-чуть ему помог. Кто-то оттуда, кто-то палит. А через эту пробить не могу. И у меня опять сняли жизни. Просто в тупую, как всегда. В тупую сняли жизни у меня, это нормально. Опять. Просто на ровном месте. Мне кто-то и через стену, или через окно, непонятно. Ой, загасили. Хотя почти дошли до контрольной точки. У меня еще со шмотками. У меня шмоток нормальных нету. Он, наверное, одет еще более-менее. Потому что с него не так жизни улетают, как с меня. С меня... И в него стреляют, у него там чуть-чуть, процентов по 15 отнимается. С меня же отнимается где-то процентов 40, где-то 30. На уровне сложности сложно.
10 минут рубим. Ну, молодец. Сейчас ему напишем. Да. 30 убийств есть, контратака одна. Как он так, я не знаю вообще. Даже с вертолета всех поснимал. Так, я что-то путаю. А нет, не путаю. Вот танк. Офигеть, сколько у меня палят. Меня уже убили. Меня уже убили. Да, я так как он не умею играть. Он реально про. Этот парень реально играет вообще. Я могу в рыбалку играть. Стрелялки это походу не мое. За мной. Да иду ж я за тобой, друг, иду. Куда ж я денусь? Я даже не знаю. Нифига, залез в машину. Мне вообще подставляться нельзя, иначе меня сразу убьют. Надо целиться быстрее, чем бота, но я пока лузер, у меня так не получается. Он его загасил, офигеть. Так, не высовываемся, нафиг надо, я... За мной, да иду, иду. Как у него так получается? Я так не умею. Активировать танк. Я буду тебе так помогать. Насколько можно дальше, то что я хрен его знает, у меня не получается. Так как у тебя... У меня хп на минималке постоянно. На грани вообще, на грани. Ой, сейчас еще отсюда начнут бежать, наверное, меня как всегда прибьют. Че он пишет? Ничего не пишет. Активировать. Есть чик. Чего он ждал? Или он меня ждал? У меня жизни там вообще по минимуму. Я буду бежать сзади. Нафиг надо. А, во, за ним буду бежать. Ой, блин. И вот так, сдалека вообще буду гасить. У меня 10, он 92. А, у меня 21. У него 92, при этом он ни разу не откинулся. Я уже один раз побывал там. А чё он с ножа, у него патроны закончились? Он вроде может пополнять патроны. И себе, и мне может. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого парня надо было сразу снимать. Так. Кто там у нас стреляет? Пятнадцать, разрушитель черепов. Ну да, да, стараюсь, стараюсь. Ну, я держусь нормально, в принципе, вообще. Я железно вывожу, железно вывозим с вами. Но я сдалека, видите, он как бы на себя весь удар берет, этот парень. Я вообще чисто так, на подхвате просто. Помогаю сдалека. Еще за танком плюс прячусь. Я на рожон не лезу, потому что хп мало. Меня сейчас где-то заметят, я все, я трупак. А так, чуть по чуть, я да. Но все равно, мне кажется, от меня хоть какая-то помощь есть. Помогаю ему. Хотя он, мне кажется, соло миссию вообще затащит. Так, один. Есть.
Что там за деревом один прячется? Где-то. Контрольной точки до сих пор. Вау, кто ж его снял? Сколько ж у него жетонов этих? Блин, мне надо по-любому этот восстановить хп, до контрольной дойти. Но подставляться нельзя. Подставляться нельзя, надо как-то аккуратно, вообще очень аккуратно. Он не спешит, и мне надо не спешить. Потому что спешка — дело такое. Добром не кончается. Контрольная точка. Вот, все, дали брони, дали жизни. Но все равно. Геройствовать сильно нельзя. Я иду за ним. И этому парню доверяю. Он знает, что он делает. Куда ты, друг? Все, все, я за тобой. Чего ждем? Кого ты стреляешь? Не понимаю, в кого он там стреляет, кого он видит. Или просто палит. О, эта серия будет затянута, походу, очень долго, но... Зато качественная. Короче, все, стоим, ждем с ним, не будем никуда высовываться, пистолет перезаряжен. Ножик, чик, чик, за мной. Давай, за тобой. Только ж ты ж на месте стоишь. В кого ты стреляешь? Куда он попер? Ага, там красненький, я его увидел. Так, сейчас попробую снять. А ты уже сам. Блин, ну он играет офигенно. Мне до его уровня надо еще долго играть. Не успеваю за ним. Хочу бан, вообще он просто всех вообще валит. Готов один. 20 и 138. Разница, конечно, ощутима. Как он так? Я не знаю. Выпаливаем. Он танк, я вот вам отвечаю, он просто танк. Так, кто? Кто? Откуда? Снайпер где-то светит. Где-то светит. Но снял. С кем он там воюет, не понять. Снял. Жесть. Вот он по далеким целям, прям очень далеким, не сильно. А вот по всем остальным он вообще просто выносит всех. Опа. Подлагнуло что-то у меня. Так, ну я так понимаю, миссию выполнили с ним. Ух, нифига себе. Кто меня так стрельнул? Давай быстрей. Это наш танчик стоит. Кого ждем? Уродов ждем. По-моему, отсюда уже никто не побежит или побегут. Я не помню. Мы ждем, пока наш танк доедет, и все. 19 минут миссию делаем. Офигеть. Ну ладно, будет самая большая серия, но зато самая нормальная. Я в принципе не сдох. Один раз, два раза сдох. И все. Зато у нас выполнены все фраги, выполнена контратака. Я 34 снял. В принципе, неплохо. Вдвоем сим-карту затащили. Че он спрятался за самолет? Типа это, чтоб танк не попал или что? Или он просто здесь стоит? Но этот парень просто так ничего не делает.
Так, ну ладно, мы миссию с ним выполнили. Короче, всем огромное спасибо за внимание. Ставьте вообще большие пальцы вверх. Я в этой серии вроде как мы с ним неплохо затащили, с этим парнем. И вообще, подписывайтесь на канал. Ну, как всегда, рыбалка по-любому будет. Еще немножко Warface, ну и может еще какие-нибудь другие игры. И за Террарию не забывайте, говорите. Всем огромное спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.